Да, значит, доклад о том, кто такие были грить. Ну, в древнерусских источниках не так много упоминаний самого этого слова. Я их перечислю. В начальной летописи, точнее, в начальном своде, в текстах, представленных в начальном своде и повести временных лет, слово или его производные упоминается два раза. Один раз в рассказе о пирах Владимира под 996 годом, и второй раз в рассказе о том, как сын Владимира Ярослав собирался пойти войной на Владимира и раздавал деньги, 1000 гривен, своим гридям. Это статья по 1015 годом. Кроме того, есть одно упоминание в «Русской правде», в знаменитой первой статье краткой редакции «Русской правды», там, где перечисляются, значит, жертвы, за которых полагается выплатить виру. В переводных памятниках есть. В переводе хроники Георгия Мартова фигурирует «грить» и глагол «гридити». Здесь «грить» является переводом греческого «гетария». И, кроме того, в «Мучении Артемия» есть тоже одно упоминание. Еще трижды упоминается это слово в летописи за вторую половину XII – начало XIII века. Об этом я еще буду говорить. И один раз есть одно упоминание в берестяной грамоте. Вот, собственно, и все. С лингвистической точки зрения история слова на русской почве, а это слово известно только в древнерусском языке, в общем, не представляет каких-то проблем и выглядит довольно просто. Очевидно, первоначальным было «грить», как собирательное такое существительное, или, может быть, «гриди» во множественном числе. А от него уже были произведены такие слова, как «гридин», «гридьба» и другие. Ну, кстати говоря, было еще произведено слово «гридница», как помещение, но об этом я говорить не буду, об этом слове подробно. Меня интересуют, собственно, только люди, а не предметы, не помещения. Доклад у меня на две части делится. Сначала речь пойдет об исторической интерпретации, что, собственно, представляли собой эти люди, что это была за группа или социальная категория. И здесь моя перспектива скорее славянская. А во второй части доклада речь пойдет об этимологии слова. И здесь как раз уже будет такая германская перспектива, поскольку слово, очевидно, скандинавского происхождения. Обычное толкование вот этих гридей как социальные группы состоит в том, что это некая категория людей на службе князя, княжеские люди, то ли такие наемники, то ли, как у нас говорят, младшая дружина или такая какая-то категория младшей дружины. Ну, действительно, можно согласиться в том, что, конечно, они связаны, эти гриди, очевидно, совершенно с военной деятельностью и, ну, и даже такой, может быть, военно-наемный характер этой категории, этой группе людей свойственен. На это указывает, в частности, и глагол «гридити» в переводе хроники Георгия Мартова, там явно в военном контексте. Но все-таки прямо вот так сопоставлять, делать знак равенства между гриди и наемники не приходится, потому что в летописном известии, ну, там разные соображения, но в частности, самое яркое, это вот в летописном известии о Ярославе, эти самые гриди отделяются от наемных варягов, за которыми Ярослав дополнительно, помимо того, что у него есть свои собственные гриди, он дополнительно посылает за наемными варягами за море. А что касается отнесения гриди к младшей дружине, то здесь, в общем, никакого объяснения это, собственно, не дает, так как даже если согласиться с этой идеей о том, что существовала какая-то младшая дружина, что само по себе, так сказать, уже проблематично, но даже если согласиться с этой идеей, то все равно оказывается, что в эту младшую дружину заносятся самые разные группы и категории, люди, такие как, например, отроки, там, дворяне и другие, и, собственно, непонятно тогда, чем, скажем, эти гриди отличались там, от тех же отроков, дворян и так далее. Значит, вот моя интерпретация, что же собой представляли эти гриди. Ключевым, мне кажется, здесь является известие о гридях Ярослава, летописное известие, которое я разбираю в контексте вот идеи о большой дружине. Об этой самой большой дружине я говорил в докладе на пашутинских чтениях совсем недавно. Многие, или, по крайней мере, некоторые из присутствующих этот доклад слышали и знают, о чем идет речь. Я только коротко скажу, так сказать, суть этой идеи. Суть состоит в том, что большая дружина – термин, который описывает княжеских людей, профессиональных воинов на его содержание.
более-менее постоянным, так сказать, содержанием. Генетически это, в общем, классическая тацитовская, так сказать, дружина, которая в догосударственный, ранний государственный период была, видимо, далеко не только у князей, но и вообще у любых знатных, богатых людей, которые могли себе, так сказать, авторитет и богатство которых позволяло им содержать некие вот дружины клиентелы. Но на Руси в X-XI веках, как и во многих других центральноевропейских, северноевропейских и даже западноевропейских ранних государствах, в Древней Руси в X-XI веках вот эта дружина, так сказать, сильно развилась, укрепилась, распространилась, размножилась и стала значительно больше, значительно многочисленней, чем у всех других знатных людей. Как свидетельствуют древнерусские источники, численность могла достигать тысячи, даже более человек, вот этих княжеских больших дружин. Они состояли на жаловании у князей и в этом смысле отчасти, конечно, походили на наемников. Но служили они, в отличие от наемников, на постоянной основе. Отношения между ними, князьями, были в большей степени, складывались в большей степени доверенные и личные. Особенно с теми, кто находился, вот из этой тысячи, там, человек, кто находился при князе более-менее постоянно, как его, так сказать, личная гвардия. Внутри этих больших дружин, видимо, была какая-то дифференциация. По крайней мере, вот, собственно, вот эта гвардия, которая была, допустим, при князе постоянно, и некоторые отряды гарнизоны, которые князь располагал по крепостям. Эта система хорошо известна по польским, датским данным, некоторым другим. И, в общем, есть и русские свидетельства. Значение вот этого корпуса воинов, вот этой большой дружины, было очень велико на ранних этапах складывания государства. Ну, для Руси это применительно к X-XI веках. Именно этим можно объяснить упоминание Гридина вот в этой первой статье «Русской правды», о которой я уже упомянул. В этой статье Гридин выступает совершенно явно как княжеский человек, и даже там он, так сказать, стоит в списке княжеских людей вместе там с мечником и с другими. И совершенно очевидно, что речь идет, конечно, о защите этого самого Гридина княжим правом, вот этой вот системой княжевого права, о которой так убедительно писал в свое время Пресняков. Любопытно при этом, что вира 40 гривен за этого самого Гридина, она совпадает с размером штрафа за убийство вообще свободных людей, там, русин, славянин и так далее. В этом смысле вот эта шкала Вергельда, шкала виры древнерусская, отличается от западноевропейских. Там вот эти же княжеские, значит, воины, большие дружины в кавычках, защищались, как правило, во всяком случае, мы видим на том этапе застаем развития права, когда эти люди защищались повышенным Вергельдом. Так, например, антрустионы, так называемые у франков, они защищались тройным Вергельдом по сравнению с остальными свободными людьми. А у лангобардов, газинды, они защищались там слегка повышенным штрафом 200 солидов по сравнению со 150 за убийство обычного, значит, свободного полноправного человека. Таким образом, видимо, наша древнейшая правда, вот эта статья первой краткой правды, отражает более ранний этап, когда было, значит, некое такое равенство в социальном статусе между княжескими людьми и просто свободными. А вот другое дело, правда, Ярославичи, где, как известно, вира повышается до 80 гривен, но, тоже, что, по-моему, очень характерно, здесь уже речь не идет о гриде-гридине. Здесь фигурируют совсем другие категории. Огнищане, старый конюх, князь Тиун, там и некоторые другие. Но, короче говоря, все люди княжеские, но не военные, а люди, занятые в хозяйстве. Очевидно, значит, правда, Ярославичи отражает вот это повышение, так сказать, заботы князя, правителя о своих людях. Но только теперь он уже защищает не военные категории, не военных людей, как было, так сказать, на относительно более раннем этапе складывания государства, а людей, занятых в хозяйстве и в администрации. И с моей точки зрения, это еще одно лишнее свидетельство, вот об этом я говорил на пашутинских чтениях, свидетельство того, что к концу XII века наблюдается некое, так сказать, падение значения этих больших дружин, и можно говорить даже о кризисе большой дружины, кризисе вот этих вот княжеских военных корпусов. Возвращаясь к известию о Ярославе, о гридях. Я тоже не буду здесь повторять то, что я говорил два месяца назад на пашутинских чтениях. Остановлюсь только на одном любопытном обстоятельстве, о котором тогда не говорил.
В летописи сказано о сумме, которую Ярослав тратил на содержание своей гриди. 1000 гривен. Сопоставляя с данными о стоимости профессионального ратного труда, так сказать, который у нас есть для примерно того же времени, 10-11 век, можно приблизительно посчитать жалование, сколько получал один, значит, гридин в большой дружине Ярослава. Сопоставление здесь возможно с двумя источниками. Первое – это сага об Эймунде, известная, которая описывает пребывание скандинавских наемников при дворе Ярослава. И второй – данные о наемниках-росах Византии. Прежде всего, два известных упоминания в трактате Константина Багрянародного о церемониях. В саге говорится, что скандинавские наемники получали один эйрер серебра в год. Один эйрер серебра – это приблизительно, если переводить на серебро, это приблизительно полгривны. Ну, совершенно очевидно, что это какая-то ошибка, потому что полгривны в год для наемника – это слишком мало. Полгривны, напомню, это 10 нагат. Если посмотреть, например, на ту же самую «Русскую правду», краткую редакцию, то мы увидим, что там минимальные штрафы за там, похищение домашней птицы, они составляли 1/3, полгривны и так далее. Или урок мостникам, который там же есть в «Правде», там тоже говорится о плате мостникам за единоразовую какую-то, значит, работу, помастить там что-то, где-то несколько досок, это уже стоит там, по-моему, 1 или 2 нагаты. Значит, 10 нагат в год – это очень мало. Очевидно, ошибка. Самый простой вариант увидеть, где здесь могла произойти ошибка, если вообще, конечно, верить этой цифре, значит, один эйрер серебра, предположить, что речь шла о плате не в год, а в месяц. Тем более, что мы знаем, что действительно вот эти вот, значит, члены больших дружин княжеских, они получали жалование не годовое, а месячное. Это в известном рассказе арабского путешественника Ибн Якуба о польском князе Мешке, об этом говорится. Тогда, получается, значит, эти самые скандинавские наемники получали не один эйрер в год, а 12 эйреров. 12 эйреров – это приблизительно 6 гривен. Смотрим, сколько получали, значит, наемники росы Византии. В 911 году, согласно Константину Багрянародному, там в среднем один, значит, рос наемник вот этого корпуса всех наемников получал 10 намисм, в 949 году 28. Ну, 28, там явно получается слишком много, и в среднем там должен был получать один, так сказать, член этого корпуса наемников меньше. Во всяком случае, мы знаем, что в 11 веке 30 намисм годового жалования получали только такие люди, как Харальд Хардрада, то есть, ну, совсем, так сказать, высокого уровня наемники. Теперь переводим. Значит, намисма – золотая монета по стоимости, если переводить в серебро, где-то около 1 гривны. Ну, в зависимости там, от курса золота к серебру, условно примем 1 гривну. Теперь, что получается, если сопоставлять, значит, плату наемникам византийским и вот по саге скандинавских? В Византии, конечно же, расходы этого наемника должны были быть значительно больше, чем расходы наемника при дворе Ярослава. Это следует из самых разных свидетельств и соображений. Поэтому реально его как бы зарплата, те деньги, которые вот он получал, так сказать, наличными, не грязными, а чистыми, они были, конечно, значительно меньше, чем 28-30 намисм, и даже, скорее всего, меньше, чем 10 намисм. Ну и кроме того, конечно, надо учитывать, что служба Византии наверняка оплачивалась больше, щедрее, чем, так сказать, в Древней Руси, поэтому она была и более привлекательна. Поэтому наемники часто не задерживались на Руси, скандинавские наемники, а шли именно в Византии. То есть, таким образом, разрыв, конечно, надо предполагать в жаловании, в зарплате, так сказать, наемников на Руси и Византии. Этот разрыв был, должен был быть, но он не должен быть слишком большой. Отсюда получается, что если, значит, предполагать вот чистый заработок наемника в год в Византии, ну, скажем, меньше 10 намисм, одна намисма, напомню, равна 1 гривна, ну, значит, там 8, скажем, намисм, что-нибудь в этом роде, 8, то есть равно 8 гривен, тогда жалование в 6 гривен, которое получается по расчету, значит, исходя из саги об Эймунде, это довольно уже реальная величина. Как я уже сказал, значит, есть основания предполагать, что конец XI века – это время, так сказать, кризиса этой самой большой княжеской дружины. В XII веке о таких многочисленных корпусах
военных людей, воинов, в подчинении князей речи нет. Речь идет только там, может быть, о нескольких десятках людей, вот такой личной гвардии, которые постоянно сопровождали князя. И называются эти люди уже совсем не гриди и даже уже не отроки. Иногда отроки, но, как правило, нет, а появляются новые термины. И самые употребительные к концу XII века становятся дворяне. В каком-то смысле можно считать, что вот эти вот люди, небольшие, значит, гвардии при князьях в XII-XIII веках, это некий такой остаток, осколок большой дружины. Более заметный для нас, потому что в летописях и в других источниках, прежде всего, речь идет о князьях. Но был и другой еще, так сказать, осколок, остаток большой дружины, менее заметный для нас, и хуже отразившийся в источниках, это вот те самые гарнизоны, которые распределялись изначально, видимо, по крепостям. Они, собственно, остаются в XII-XIII веке. Они упоминаются в древнерусских источниках. Есть упоминания о засадах, залогах там и так далее. Но больше ничего сказать о них невозможно. И только отталкиваясь от, опять же, параллелей сравнительно типологических, центральноевропейских, прежде всего, мы можем говорить о том, что это, да, это люди, связанные с князем и, видимо, генетически восходящие вот к большой дружине. Но здесь я укажу, прежде всего, на известных венгерских Йобагионес Кастри. Такие замковые, значит, люди, которые совершенно очевидно восходили к вот такой княжеской дружине, в XII-XIII веках сохранялись по замкам, по вот этим самым крепостям, а потом влились частично в сословие знати и частично в крестьянство. В XIII веке, так сказать, размылась эта группа. Но вот теперь, имея перед глазами вот эту общую схему развития социального явления, вот этой, значит, социальной категории группы гридей, можно вернуться к тем упоминаниям слова, которые мы находим в источниках конца XII – начала XIII века. Начну с более простого – упоминания в берестяной грамоте. Берестяная грамота номер 788, стратиграфически она относится к последней четверти XII века. К сожалению, этот документ не полностью сохранился, только его конец. Но ясно, что речь идет о распоряжении некого вышестоящего чиновника к нижестоящему с указаниями о том, как надо распределять собранную дань. И здесь мы видим распоряжение, так сказать, среди прочего, мы видим распоряжение, цитирую, «дать гриде полтрети гривни оклада», кавычки закрываются. Что это такое? Значит, дать гриде 2,5 гривна оклада. Что мы делаем, какой вывод можно сделать отсюда? Значит, в конце XII века в Новгороде были эти самые гриди, получавшие жалование, оклад. Кто же это, если мы считаем, что к этому времени, к концу XII века, большая дружина, вот княжеская большая дружина, уже, так сказать, разложилась? Очевидно, следуя логике той схемы, которую я нарисовал в начале, это вот тот самый осколок большой дружины. Что именно за осколок? Очевидно, это не вот эта гвардия личная, которая была с князем, потому что мы прекрасно знаем, что в XII веке князья приходили в Новгород со своим двором, со своими дворянами, об этом прямо говорится в летописях. Это никакие не гриди. Значит, с другой стороны, надо обратить внимание на то, что оклад, о котором здесь говорится, он менее половины того, что было высчитано, значит, по вот саге об Эймунде. Там 6 гривен, а здесь 2,5. Причем здесь я оговорюсь, что надо вот эту берестяную грамоту понимать именно в том смысле, что речь идет об окладе годовом, а не месячном, как вот Алексей Алексеевич недавно предложил думать. Почему? Потому что тут же в этой же берестяной грамоте упоминается о лоньской гривне, то есть о дани, которую надо было собрать за прошлый год. Лоньская, то есть прошлогодняя. Очевидно, дань собирается за год и оклад выдается за год. Ну, что, теперь какой вывод окончательный? Таким образом, надо думать, что, значит, речь идет в этой берестяной грамоте о гридях, которые получали оклад, жалования. Это были не княжеские, значит, дворы и гарнизоны, и речь идет не о Новгороде, а, скорее всего, надо предполагать вот эти вот засады, гарнизоны по крепостям. Есть ли подтверждение этой мысли, этому выводу? Есть. Находим в новгородской первой летописи известие под 1234 годом о нападении литовцев на город Русу. Здесь сказано, что рушане при, значит, этом нападении оказали сопротивление. Дальше цитирую. «Исташа рушане, из осада огнищане гридба, и кто купец и гости». Ну, сташа, то есть, значит, вот стали оказывать сопротивление. Совершенно
Четко, ясно из этого следует, что засаду составляют огнещане и гридьба. Про огнещан, может быть, я скажу еще позже, если будет время, но так или иначе гридьба здесь принадлежит к этой самой вот засаде, стоит в Руси. Кроме того, гридьбу вместе с огнещанами и с купцами, упомянутыми и в этом известии, мы встречаем еще дважды в новгородском летописании, в известиях за чуть более ранний период, под 1166 и 1195 годами. Я не буду углубляться в контекст каждого из них и там подробно анализировать, времени нет. Достаточно сказать, что оба раза речь идет об отношениях с князьями, об отношениях новгородцев с князьями. В 1166, ну реально события в 1167 году происходили, огнещане, гридьбы и купцы заключают некий договор с отцом того князя, который сидел в этот момент в Новгороде. А в 1195 году они же, огнещане, гридьбы и купца, выступают в поход. Снова же по просьбе князя отца, того князя, который в тот момент сидел в Новгороде. Давно в литературе эти упоминания сопоставлялись с другими упоминаниями огнещан и купцов в новгородских источниках. Здесь я ссылаюсь на исследования Назарова, Носова и Бурова. И был сделан вывод, что огнещане и купцы, проживавшие в Новгороде, состояли в особых отношениях с князьями и так или иначе участвовали в управлении городом тогда, когда тот или иной князь приходил, утверждался в городе. Огнещане сами жили в Новгороде, устав о мостях их хорошо локализует, известно, где они жили, они рядом жили с княжеским двором на торговой стороне, а вот гриди, которые не упоминаются в Новгороде, в новгородской топографии, никак не фигурируют. Есть все основания отнести именно вот к этим засадам, гарнизонам по городам новгородской земли. Есть еще одно летописное упоминание в Лаврентьевской летописи по 1177 годом. Там, значит, говорится о том, что князь совокупил ростовцы и боляре, гридьбу и пасынки и всю дружину. Ну, здесь, в общем, прямо, естественно, нельзя говорить о том, что гридьба там была именно какие-то гарнизоны или еще кто-то, но, во всяком случае, контексту это никак не противоречит. И дело можно здесь представлять таким образом, что были собраны горожане, ростовцы, бояре, знать, гридьба, гарнизоны на княжеском содержании по, значит, крепостям Ростово-Суздальской земли. Ну и, наконец, пасынки. Пасынки, то есть, по всей видимости, военные слуги бояр, прежде всего, может быть, отчасти тоже князя. Ну, те же самые отроки. Теперь ко второй части доклада я подхожу. Есть у меня еще там 5-10 минут? Ну, я могу тогда ее опустить и на этом свой доклад завершить. Если... Расскажите, просто мы тогда дискуссии, наверное, немножко сократим. Нет, а вот дискуссию как раз не надо. Можно потом еще в конце. Мне все равно, как скажете. Значит, либо я делаю сейчас про этимологию, либо опускаем. 10 минут нет, 5 хорошо. Хорошо. Значит, этимология слова скандинавская, очевидно. В 19 веке предлагалось считать, что грить происходит от слова скандинавского «хирт». Это известное обозначение дружины. Но совершенно очевидно, что грить с хирт все-таки не совпадает. Или плохо совпадает. Чисто фонетически хотя бы. То есть вообще-то и по правилам, на самом деле, значит, скандинавское слово хирт, если бы оно заимствовало с древнерусской, то оно давало бы совсем не грить, а давало бы нечто, что-то вроде ирд. Или просто ирд. Значит, у Фасмера мы находим уже значительно более убедительную этимологию. К сожалению, эта этимология часто повторяется до сих пор в разных трудах. У Фасмера значительно более убедительная. Но, во всяком случае, для меня убедительная. Я здесь, правда, должен сразу говорить, что я не лингвист и совсем не хочу вторгаться в чужую, так сказать, область. И, может быть, уважаемым коллегам-лингвистам покажется все это ерундой и ересью, то, что я говорю. Но, по крайней мере, некоторую проблему я поставлю. Посмотрим, какая будет реакция. Значит, у Фасмера другая этимология. Значит, грить от древнескандинавского слова «гриди» с буквой, значит, «эт», звонким, щелевым звуком. Что это такое за слово? Это такой домашний слуга. Но слово, правда, редкое, встречается очень мало упоминаний в скандинавских источниках, причем, насколько я понимаю, в основном западно скандинавские языки, диалекты.
Вот. И главная проблема даже состоит не в этом, а проблема состоит в том, что слово обозначает одного человека, одного слугу домашнего. И не очень понятно, почему в древнерусском языке оно стало собирательным существительным или во множественном числе гриди. На эту проблему уже обратили внимание исследователи и обсуждали ее, в частности, шведская исследовательница Торнквист и немецкий лингвист, филолог Клаус Фонзе. Значит, альтернативой они выдвинули происхождение древнерусского слова не от этого «гриди», а, значит, от слова «грид», от которого, собственно, произошло и вот это «домашний слуга». Да. Да, совершенно верно. Прошу прощения. Вот, что оно обозначает? Оно известно в двух значениях в скандинавских источниках. В единственном во множественном оно в одинаковой форме фигурирует. Но значения разные. В единственном числе это убежище в доме или право на проживание в чьем-то доме, часто связанное с работой там, или услугами. А во множественном числе речь идет о мире. Мире, но в смысле перемирия, то есть временного согласия конфликтующих сторон или властвующего и подчиняющего субъектов на неприменение насилия, на безопасность. Как показывает Фонзе и другие исследователи, оба значения развелись из одного, собственно, древнего. И этимология указывает на это значение. Значение древнего корня – шаг, поступь, путь. Потом это стало уже обозначать некий свободный проход, свободный доступ, безопасность, откуда уже безопасность проживания в доме или, значит, безопасность во время перемирия. Значит, Фонзе и Торнквист обсуждали, но, к сожалению, положительно они так и не высказались в пользу того, от какого же именно значения произошло древнерусское «грить». На мой взгляд, что здесь можно предложить? Значит, перемирие и мир, как бы это, может быть, не соблазнительно казалось, значит, связать там с Новгородом, с новгородской историей, там, с миром между Рюриком и какими-то там племенами. На самом деле здесь реально мало на что можно опереться. А вот если брать значение первое, то есть убежище в доме или право на проживание в чем-то доме, то здесь, конечно... все очень логично связать именно с княжескими людьми, которые живут в его доме, под его покровительством, под его защитой. В этом смысле все очень хорошо укладывается и сочетается с тем, что мы знаем о гридях, как вот этих членах большой княжеской дружины в Древней Руси. Кстати говоря, если исходить из слова «гридь» вот в единственном числе, то есть в смысле вот убежище в доме, то надо отметить, что в косвенных падежах оно... Значит, там имело вот еще такой звук, передававшийся буквой «йод». И в этом смысле тогда хорошо объясняется вот смягчение в древнерусском слове «грить». Именно так. Вот. Ну и последнее, что я скажу еще в связи с тем, что если производить вот этимологию от этого, значит, значения там, проживания в доме домашний человек и так далее, то тогда очень хорошо объясняется еще появление особого слова, особенного производного в древнерусском языке «гридница», то есть это помещение в доме или усадьбе для вот этих вот людей под покровительством там, князя или кого-то. И, наконец, еще, конечно, не случайно то, что грить фигурирует все время в паре с огнищанами. Кто такие огнищане? Огнищане – это люди, которые, значит, живут при огнище, при домашнем очаге, под покровительством хозяина дома, хозяина усадьбы, правителя и князя. Все, на этом я закончу. Спасибо, прошу прощения, что заболтался. Да, у меня такой вопрос. Значит, я так понял, что... Вы считаете, разделяя концепцию Назарова, относительно того, что огнищане и грид в известных сообщениях новгородской первой летописи – это некие княжеские люди, или так или иначе связанные с князем. Я правильно понял? Да. Да, значит, вот как в связи с этим объяснить следующие два факта? Первое – это то, что значит, в посольстве, то есть и в посольстве, и в засаде, они участвуют вместе с купцами. Значит, тогда кто такие купцы? Это тоже княжеские люди. Значит, причем купцы вятшие в одном месте сказано. Значит, это получается тоже княжеские люди. И второй момент, значит, где бояре? Значит, если купцы есть, тогда делись бояре. Почему они не участвуют?
Спасибо за вопрос. Я действительно уклонился про обсуждение вот этих летописных данных, потому что это большая дискуссия, здесь много вопросов возникает. Ну, что можно сказать? Первое, значит, бояре в новгородской, или знать, в новгородской летописи прекрасно фигурируют, начиная с известия за 30-е годы 12 века, там они прямо названы боярами, потом они называются передние мужи, вящие мужи, лучшие мужи, там еще какие-то, в общем, знать присутствует. Называется разными именами. Почему думать, что Огнищане – это именно бояре, откровенно говоря, мне совершенно это непонятно, ни с каких источников этого не следует, и в «Русской правде» прямо так сказать, исследует из всего контекста, что Огнищане – это именно княжеские люди в его прямом подчинении к боярам, не имеющие ровно никакого отношения. Там получается, что князь сам с собой ведет. Да, теперь, значит, возвращаемся к смыслу, да, про купцов еще, значит, купцы, про купцов хорошо известны из новгородских источников, из того же там устава о мостях и о договорах княжеско-новгородских. И большая тоже дискуссия существует в литературе по поводу того, кто такие были эти купцы. Есть мысль о том, что это вот были, значит, якобы все торгово-ремесленное население Новгорода, ну, кроме вот тех же самых бояр. Эта точка зрения, на мой взгляд, не выдерживает критики, потому что совершенно очевидно, что эти самые купцы, они состоят в отдельной организации вот эти сотни. Сотни, они тоже имеют четкую локализацию, и они просто не охватывают все территории Новгорода, все нам известные чисто топографически. Ну, не говоря уже о том, что на самом деле и с исторической точки зрения там не получается купцов отождествлять, ставить на равенство со всем населением небоярским Новгорода. Ну и кроме того, о купцах мы очень хорошо знаем из древнерусских источников как княжеских агентах, связанных с князем. И я здесь сошлюсь прежде всего на русско-византийский договор, где, как известно, значит, две категории людей представляют Русь, русскую землю и князя. Это, значит, послы там, от неких, так сказать, бояр-князей. И вторая – это купцы, которые тоже, так сказать, княжеский интерес совершенно очевидно блюдут. Да и из новгородских источников мы тоже прекрасно знаем, что купцы были связаны с князьями. Я укажу хотя бы на Иванское 100, так называемое, то есть вот на это объединение купеческое при церкви Ивана на Опоках. Что касается известий из новгородской летописи, то договор. Значит, да, действительно, в литературе указывалось на то, что вот, значит, если князь заключает договор с новгородцами, то логично думать, что он должен заключаться с представителями всех социальных слоев. И вот указывается, что, значит, Огнищане – это бояре, Гритьбы – это какая-то младшая дружина. Правда, непонятно, почему, что это за младшая дружина в Новгороде, если князя там нет. Или, вернее, он есть, но он со своим двором. Значит, получается, что Гритьбы – это какая-то младшая дружина, отдельная от князя, который все время в Новгороде сидит. Это получается уже странно. Ну, ладно. И третье, значит, купцы, как представители всего торгово-ремесленного населения. Все это замечательно, но надо учитывать следующий момент. Значит, договор заключается, некий поряд заключается между князем Ростиславом, тогда киевским, и вот этим вот, значит, посольством, которое направилось из Новгорода. И заключается оно, по-моему, то ли в Луках, то ли где-то там еще в Луках, значит, на какой-то пограничной территории. И об этом есть, об этом, значит, поряде, об этом совещании есть свидетельство параллельное в Новгородской первой летописи и в Ипатьевской. В Новгородской первой ничего не говорится, просто сказано, что вот Огнищане, Гритьбы, купцы отправились на поряд с князем, и все, и точка. Больше ничего нет. А в следующей летописной статье говорится о том, что произошел конфликт между сыном этого самого Ростислава, Святославом, и новгородцем, в результате чего Святослав там вышел из города при всяких там неблаговидных обстоятельствах и больше с Новгородом дел не имел. А вот в Ипатьевской летописи сказано, что, значит, Ростислав заключил поряд с новгородцами, чтобы его там детям или его потомству, значит, быть всегда князьями в Новгороде. Опять смотрим новгородскую первую летопись, в следующем году его, значит, ребенок, его дитя, Святослав уходит из Новгорода. Что же это за поряд, который, значит, не соблюдается, уже в следующем году нарушается, никакого, естественно, никаких практических последствий этот поряд не имел. Значит, речь идет о том, что в Ипатьевской летописи явно тенденциозное изложение событий в интересах киевского князя, киевская летопись, киевский князь.
который хочет утвердиться, как это делал там и Владимир Мономах, и многие другие князья до него, и после него, он хочет утвердиться своим потомством, своей династией в Новгороде. У него это не получается. В следующем же году происходит разрыв, и все возвращается, так сказать, на круги свои, когда новгородцы приглашают всех князей. А что это за люди представляли Новгород? Ну, совершенно очевидно, какие-то люди, связанные прежде всего с князем, заинтересованные в том, чтобы князь пришел в Новгород, заинтересованные в стабильности княжеской власти, те, которые будут исполнять и функции княжеского управления тогда, когда этот князь придет в Новгород. Кто это? Это вот огнищане, гридьбы и купцы, то есть люди, связанные с князем, княжеские агенты. По-моему, так значительно логичнее получается, чем традиционная трактовка. Спасибо, еще вопросы. Анна Феликсовна. Пользуясь форматом круглого стола, хочу задать вопрос Ивану Борисовичу. Можно? А у нас есть вообще какая-то типология, фонетическая типология заимствований славянских языков в древнерусский? Скандинавских языков, да, в древнерусский, в связи с формой хирт, да? Спрашивайте, таловый хирт это г? Нет, таловый хирт ри. С метатезой, да? С метатезой, может быть. Это могло быть, а какой гласный там? Да, там длинный. Ну, если да, если грамм, тогда понятно, да, тогда для того, чтобы должен быть другой рефлекс. А вот если долгий и, то что? Хирт краткий гласный. Тогда невозможно. Тогда речь в итоге получается. Тогда с ерем, а с ерем нет фиксации, да? С ерем нет, но потом после прояснения ред. Ну да, но надо же быть ред, да, естественно. Антон, а гризи с длинным глазом, что ли? Что? Гризи с длинным глазом, да? Не поняла. Гризи. А это уже его длинным глазом. Гризи, нет, тоже, по-моему, краткий гризи. Да, я не знаю. Дело в том, что надо посмотреть. Дело в том, что типология соответствий, в общем, она почти не разработана. И единственная опора – это имена скандинавских византийских договоров. Вот надо посмотреть, я не смотрела специально. По-моему, краткий гласный «и» передается как «и». То есть это долгота уже была фонологическим существенным? Нет, нет. И, конечно, я даже могу тут же привести пример, скажем, Сигберн, он Шихберн. С кратким. То есть если допускать метатезу, то, возможно, и схир? И при метатезе, а метатезы встречаются. Метатеза, конечно, вполне могла. Могла быть синтатеза. Нет, но вот это гри не было. А есть синтатеза с плавным нет. Сохранением качества а как, плавного глаза? Надо смотреть. Вот как Х и Г, это мне не очень получается. Как же это возможно, если Х и Г? Если хрюрик у нас передается как рюрик. Это зависит от степени наполненности придыхательного. Это же не придыхательный, тем более в начале перед гласным. Это не придыхание, это полноценный слог, фрикативный, все, но... Ну и потом там пример с Хельгу Олег показывает, что и метатеза не обязательно. Да. То есть, вероятно, все-таки хирт остается как источник? Хирт может быть, во всяком случае. Понятно. А вот Антон Анатольевич. Да, другие вопросы. Да. Антон Анатольевич. Так чем же отличались гриди от отроков? Или не отличались? Отроки – это более широкое понятие. Отрок – это вообще любой слуга. А гриди – это именно княжеский слуга, вот член большой дружины. Княжеский. Тем, что отроки могли быть и не княжеские? Ну да, мы прекрасно знаем о свинельдовых отроках там, и так далее. То есть, в принципе, гриди Ярослава и отроки Святополка – это одного порядка? Ну, это одного порядка. Это одни и те же люди, но обозначенные вот в двух разных известиях по-разному. В одном случае более узким термином «терминус техникус», техническим термином «гриди», а в другом случае более общим понятием «отроки». Самозванец. Вот гридьба, что это за странное такое образование? Потому что вот эти вот существительные на «ба», они ведь обычно отглагольные. Если мы же себе придумывали, кроме гудьба, все остальное, про которое совершенно непонятно, что оно такое.
Все остальное отчетливо отглагольное, всякая козьба, борьба, свадьба, процессуальное отглагольное. Голодьба. Вот тут и дело, что есть такие собирательные, типа гурьба, голодьба. Голодьба и еда. Я здесь, к сожалению... Знадьба. А там у меня знать? Знать? Ти, в смысле. Ну, знать чьи-то, чьи инфинитивные, я бы не одновольные. Ну, процессуально он все равно это знадьба. Знадьба это в смысле знать как группа или знадьба для... Знати, которые... Есть такие. Знать уже существительное, да. Я ничего сказать не могу с лингвистической точки зрения, я только по сути могу сказать, что речь идет о собирательном и существительном, и если к группе людей, что более логичного, как применить собирательное. Это непродуктивная модель. И еще хотел спросить, Грид, вот как быстрота, скорость, кажется, вам совсем не нужно, да? Так, а вот это второе, есть второе значение у этого слова «грить», да. Да, и меняет ли она как-то вашу трактовку? Да нет, но она никак не меняет, потому что оно явно совершенно из другого, так сказать, уровня языка поэтического, да, и не связано ни с социальной, так сказать, жизнью, ни, тем более с военной. К этимологии. Значит, этимология Клауса фон Зея, если он ни на что не опирается, Грида, вот эта этимология совершенно невозможна. Потому что из формы дательного падежа никоторым образом образовывается не будет с окончанием. А плавание, то есть вот отсюда вот так вот? Да, да, это крайне... Основа косвенных падежей может служить основанием для заимствования? Может быть, но... Здесь же речь идет, я просто не знаю статуса этого йота, да? Нет, я скажу, что это как раз моя мысль, может, вполне дурацкая, охотно допускаю, от того, что вот это смягчение в древнерусском слове, оно могло произойти от того, что в косвенном падеже здесь был. Знаете, зачем это чесать? Собирательный смысл вполне мог провоцировать. А, вот так, то есть если собирательный, то с самого начала как собирательный. Платализация. А если понятно. Это нет, грид? Потому что вот для Клауса фон Зея в этом-то была заковыка как раз. Как смягчение, вот это мягкое, конечное, согласное, получилось из слова, которое вот в нормальном виде, в номинативе выглядит вот так вот.